Здравствуйте, уважаемые друзья! Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также подписаться и поставить лайк. Почти у каждого в шкафу висит одна или несколько футболок. Они универсальны, как одежда для женщин и мужчин. Мало того, что эта вещь очень удобна, так еще легко сочетается со многими другими, да и пойти в ней прилично почти что везде. Через месяц вида нет. Но что с любимой футболкой происходит после месяца носки, знают тоже многие. И жаль, что этому подвержены также и качественные футболки, которые теряют свой замечательный первоначальный вид. Кстати, возраст футболки выдает воротник, точнее вырез горловина. И именно здесь ткань растягивается раньше всего. Но не спешите выбрасывать любимую футболочку или резать ее на тряпки. Можно вернуть ей прежнее состояние. Совет эксперта. Один специалист по стирке белья, живущий в Японии, пояснил, почему ворот растягивается. Причина в том, что мы неправильно сушим футболку после того, как ее постираем. Когда она висит, то стекающая вода вырез начинает вытягивать, и ворот, конечно, теряет свою форму. Что можно сделать? Выстирайте футболку, как обычно, затем ее сушка. Разложите вещь на ровном столе. Положите по краям горловины кубики льда, пусть лежат здесь на небольшое время. Волокна футболки из хлопка станут тверже, и лучшую форму начнут держать. Затем расправьте ворот все так же на столе. Обратите внимание, он неровный, словно волна. Погладьте футболку утюгом, и горловина расправится. Но долго сушить ткань горячим утюгом не надо. Следующий шаг. Сушите футболку в горизонтальном положении. Ни в коем случае не вешайте ее, иначе уже расправленный утюгом ворот вновь станет волнообразным. Как только вещь полностью станет сухая, снова берите утюг и прогладьте футболку. Все, можно надевать. Футболка стала почти как новая. Этот способ применим и к другой одежде с горловиной, а она также растягивается по той же самой причине, что и футболки. А что об этом думаете вы, пишите в комментариях. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.